Со следующего года россиянам больше не придется предоставлять 85 видов справок для получения государственных услуг. Распоряжение правительства об этом публикует российская газета. Речь идет о документах, которые уже находятся в распоряжении 25 федеральных органов власти. В список попали сведения о лишении права управлять автомобилем, о нарушениях правил дорожного движения, наличии судимости и нахождении в розыске, а также о фактах уголовного преследования. Кроме того, не нужно будет предоставлять сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и реестра юридических лиц, также справки о смерти необоснованно репрессированных граждан, о размере пенсии и многое другое.